В настоящее время китайско-киргизские отношения находятся на исторической высоте. Добрые соседи, хорошие друзья, надежные партнеры и родные братья стали ярким отражением сегодняшних китайско-киргизских отношений. Китай готов вместе с Кыргызстаном углублять высококачественное строительство «Один пояс, один путь» в пользу модернизации и возрождения Кыргызстана. В этом году исполняется столетие образования Кара-Киргизской автономной области. Завтра народ Кыргызстана будет отмечать День независимости. Нас очень радует, что под руководством президента Садыра Джапарова Кыргызстан сохраняет стабильность, поднимает экономику. Жизнь киргизского народа улучшается. Пользуясь случаем, от имени правительства и народа Китая поздравляю правительство и народ Кыргызстана с юбилеем, праздником. Желаю мира и процветания Китая и Кыргызстана. Желаю, чтобы дружба между Китаем и Кыргызстаном укреплялась веками. Китай менен Кыргызстантын тастучу келемтар пою пекемтере перешне телекхатешим.